Об их поведении, влиянии на прочность и живучесть конструкций, о путях борьбы, которые ведут с трещинами ученые. Инженеру не очень сложно построить мост в своем воображении. Но как обеспечить прочность такой огромной конструкции? В 40-х годах, когда технология сварки позволила, наконец, инженерам воплотить их фантазию в конструкции особо крупных размеров, мир захлестнула волна катастроф. Участились не только крушения на железных дорогах. Неожиданно разламывались на части, казалось бы, прочные морские суда. Мгновенно разрушались довольно новые мосты и другие сооружения. Причем разрушались они совершенно неожиданно, в моменты, когда нагрузка была гораздо меньше допустимой. Так мост через канал Альберта в Бельгии рухнул ночью лишь под собственной тяжестью. В результате проведенных расследований была выявлена общая причина аварий – скрытые дефекты в металле. Особенно трещины в сварных соединениях. Вместе с этим причины аварий позволили ученым сделать вывод, что даже ответственные конструкции при небольших трещинах могут работать какое-то время, не разрушаясь. И хотя традиционный подход с позиции сопротивления материалов отрицал подобную точку зрения, выбор был сделан. В науке появилось новое направление, изучающее прочность и живучесть материалов и конструкций с трещинами – механика разрушения материалов. Являясь разделом механики деформируемого тела, это научное направление, используя основы классических курсов, развивает возможности определения прочности с принципиально новых позиций, допустимости дефектов в деталях и конструкциях, безопасных для их эксплуатации. В отличие от известной гипотезы о сплошности материала, принятой в курсе сопротивления материалов, в механике разрушения вводится понятие о начальной макронесплошности. Как изменяются напряжения при переходе от гладких образцов к образцам с трещинами? Если при одинаковых нагрузках и сечениях номинальное напряжение во всех образцах одинаковое, то местные напряжения увеличиваются от образца к образцу.
Для образца с трещиной из идеально упругого материала при любых конечных значениях нагрузки местные напряжения стремятся к бесконечности. Парадокс с позицией сопротивления материалов состоит в том, что эти бесконечные местные напряжения не обязательно приводят к разрушению. Метод фотоупругости позволил увидеть картину распределения полей напряжений в зоне надрезов и в вершине трещины при изменении нагрузки на образец. Оказалось, что характер таких полей для любых трещин одинаков, а величины напряжений различны. По этим полям строят эпюры напряжений. Напряжения распределяются по гиперболическому закону. В точке с координатой х напряжения определяются только одним параметром – k1. Получившим название коэффициента интенсивности напряжений. Данный коэффициент полностью определяет все местные напряжения у вершины трещины. Сама же величина k1 зависит лишь от номинальных напряжений и размеров трещины. По мере увеличения нагрузок напряжения, коэффициент интенсивности напряжений также увеличивается до критических величин. Это уравнение является основным критериальным уравнением линейной механики разрушения. Чем выше величина k1c, тем большей трещиностойкостью обладает данный материал. В механике разрушения для определения критериальных характеристик потребовались механические испытания образцов с заранее созданными в них трещинами. При их испытаниях регистрируется диаграмма усилия P, перемещение берегов трещины V. Эти перемещения измеряются специальным датчиком раскрытия трещины. Полученная диаграмма по своему виду напоминает диаграмму растяжения сплошного образца. Важнейшими точками на этой диаграмме являются точки для момента страгивания трещины и разрушения, а также соответствующие им нагрузки. Если разрушение происходит на прямолинейном участке диаграммы, оно считается хрупким. Попробуем испытать два образца, имеющие трещины разной длины, и посмотрим, какая будет критическая нагрузка. Поставим первый образец. Запишем результат. А теперь испытаем второй. Как видите, критическая нагрузка с увеличением трещины уменьшается. По данной формуле для внецентренного растяжения определим значение критических номинальных напряжений для каждого опыта. Thank you.
введем в основное уравнение механики разрушения поправочную функцию Y, учитывающую форму образца, размеры трещины и способы нагружения. Если увеличить число образцов до 3 и более, то можно построить зависимость критической нагрузки и коэффициента интенсивности от длины трещины. Коэффициент интенсивности практически не зависит от формы образца, вида нагрузки, размеров трещины. Он определяется лишь свойствами самого материала и является критерием хрупких разрушений. Определение величины этого коэффициента является конечной целью проводимых испытаний. Определив его однажды для конкретного материала, можно рассчитать опасные напряжения для трещин разных размеров. Особая опасность хрупких разрушений заключается в том, что трещины при достижении критических нагрузок развиваются молниеносно. Их скорость в несколько раз превышает скорость звука в воздухе. Уникальная киносъемка со скоростью 650 тысяч кадров в секунду позволила увидеть процесс развития трещин в модельном хрупком материале. Мы рассмотрели процесс разрушения образцов при однократном нагружении. Но в повседневной жизни очень часто встречаются многократные циклические и длительные статические нагрузки. Скорость распространения циклических трещин в миллион раз меньше, чем хрупких. Этот образец разрушался в течение 15 дней. В таких условиях нагружения скорость распространения трещины становится важнейшей характеристикой трещиностойкости. С помощью микроскопов и телевизионных систем можно заглянуть вовнутрь процесса и измерить приращение длины трещины за данное число циклов и определить скорость развития трещины как их отношение. Оказалось, что скорость трещины зависит только от коэффициента интенсивности напряжения. По формулам сопротивления материалов, условия разрушения и прочности записываются в напряжениях. По основному уравнению линейной механики разрушения эти же условия записываются в коэффициентах интенсивности напряжений. В этих условиях K1C является критическим значением интенсивности напряжений, а NK
запасом прочности. Согласно этим условиям решаются четыре основные задачи. Определение разрушающих напряжений. Проверка прочности. Если К1 меньше К1 допускаемого, то прочность обеспечена. Определение допускаемого размера трещины. И определение допускаемых напряжений. Как влияет трещина на долговечность материала при циклических нагрузках? По мере увеличения числа циклов трещина развивается, ее длина растет. При критической длине трещины образец разрушается. Оказывается, в этом случае долговечность деталей до момента появления трещины составляет всего 10-30% от общей долговечности. То есть 70-90% своей долговечности детали могут работать с трещинами. Достаточно ли только одних расчетов, чтобы исключить опасность разрушения и повысить ресурс современных ответственных конструкций? Нет. Эти расчеты необходимы, но они должны быть дополнены и другими конструкторскими, технологическими и эксплуатационными решениями. Что вошло в основное уравнение механики разрушения? В первую очередь, это размеры трещины и напряжения. Для определения размеров трещин в практике начинают широко применять современные методы дефектоскопического контроля, ультразвук, рентгеноскопию, акустическую эмиссию и другие методы. Выявление трещин как дефектов необходимо не только при изготовлении машин, но и при их эксплуатации. Фактически, эксплуатационные нагрузки и напряжения, входящие в расчетные формулы, для ответственных конструкций определяются методом натурной и модельной тензометрии. Какими же средствами обладает инженер сегодня в борьбе за повышение прочности и ресурса деталей с трещинами? Своевременное уменьшение размеров трещин и их устранение ведет к повышению прочности и живучести конструкции. Применение в узлах и деталях вместо традиционных новых, более пластичных материалов с высоким значением К1С. Некоторое повышение температуры в условиях эксплуатации механизмов до точки выше критической, приводящее для большого числа конструкционных сталей также к резкому увеличению К1С. Использование специальных остановителей хрупких и циклических трещин. Примером такой остановки является блокировка вязким металлом основного металла и сварных швов. На границе раздела трещина меняет свою траекторию и становится неопасной. Таким образом, изучение механики разрушения позволяет инженерам с обоснованных позиций подходить к созданию новых материалов с повышенной трещиностойкостью, к расчетам, изготовлению и эксплуатации современных конструкций.